F10 классическая, так сказать, проблема. Здесь тоже есть, просто не очень сильно заметно. Поменяем сейчас эту боковину. Материал оригинальный, такой же кожзам. Сначала нам нужно снять вот этот пластик. Чтобы его снять, нужно... Держи фонарик. Отверткой вот эти вот защелки вот так прям подцепляешь и тянешь, как типа как защелки, вот так вот. Все, которые увидите, вот так делайте, и она отстегнется, короче, вот эта вот часть, а потом это останется там внутри, и у нее там клепки, надо их высверлить, и обшивка тоже у них, кстати, на клепках. Вот так она выглядит. Вот защелочки вот эти вам нужно отцепить. Сверху она просто, ну как бы тянется, она щелкнется. И остается вот такая конструкция. Еще бывает вот здесь спереди с этим рычажком. Вы сверливаете? Две, что ли? Бывает побольше, чем две. А, вот эту еще надо, короче, вытащить. Здесь такие же клипсы, да, там еще должно быть, по-моему. Здесь оттягивайте, вытаскивайте. Здесь, здесь и здесь высверливаем. Когда вот эту будете снимать с вот этой штуки, она очень хрупкая, с чем имейте в виду. Все, высверлили. Теперь снимаем. Короче, здесь еще смотрите, какая прикольная штука. Клипса в утяжке. Ее утаскиваем и отстегиваем по всему, ну, по кругу вот эти пластмасски. Отделяем от сиденья вот эту всю целиком подушку для удобства. Вот так вот это выворачиваем, отцепляем кольца и распарываем на лекало. Да, вот так вот кольца вытаскиваем. Вот на некоторых кольца стальные бывают. Вообще конкретно их так тяжело вытаскивать. А здесь они медные, по-моему. Очень мягкие. Легко разбираются. Теперь вот это наша обшивка. Нам надо вот эту часть отпороть. Поставим метки. Все это распорим. Переведем на свежий кусок материала. Вот у BMW такая фишка. У них вот мат подогрева. Целиком. Вот, представляете? Например, надо центральную часть поменять. Видите, как это сделано? То есть она вшивается одновременно с подогревом. Это еще не самое сложное, а вот жирные сиденья у них есть, да, в хорошей комплектации, кожаные с вентиляцией. Там просто, чтобы, например, центральную часть поменять, надо все разобрать. Все вообще, это вообще жесть. Там есть смысл сразу перетягивать. Вот у нас кусочки отрезанные и размеченные. Вот у нас материал. Видите? Одна и та же фактура, только эти немного блестят, потому что они старые. Вот это потом со временем тоже блестеть будет. Ложим, обводим, вырезаем, шьем. Все, и теперь мы вырезаем вот эти штуковины. Все, пришиваем между собой, потом делаем отстрочку и туда уже на место вшиваем. Пришиваем деталь, боковину, ко всей остальной сидухе. Сшили, теперь надо все закрепить, как было, на колечке. Закрепляем. С
собрали. Тут немного отличается, потому что блестит. Сейчас мы ее почистим. Будет вообще практически один в один. Все, теперь надо на место поставить. И те места, где были на клепках, также сделать на клепке. Поставили. Сейчас тут там всем зацепим. И пластмасски поставим. Потом почистим и поставим на место. Очиститель для кожи используем для чистки сидений. Все, вот готово. Все целое. Свежее.